Ты чё, смотри, какой он. Отлично. Славку убил, отомстил. Второго убил, офигенно. И третьего убил, отлично. Давай, давай, толкай, толкай, толкай. О, спасибо, спасибо, давайте, давайте, пацаны, офигеть, вот это просто у нас жесть какая, тихо, тихо, поворачиваем, отлично! Какой-то у нас непонятный машина, Вольво, не Вольво. Ты смотри, здесь поезд ездит, он просто нам преградил путь! Лирик, забираю сзади пакет. Обгоняю, на голову сейчас приземлюсь. Нифига себе. А, все, вижу. Пацаны, а там кто-то уже наверху, Лирик. Скутер, это скутер. А ну, вали, давай! Если тебе нужна валюта или все что угодно связано с GTA Online, то я готов прокачать тебя по ссылке в описании. Друзья, всем здорово, с вами Кузака. Добро пожаловать в путь к успеху в GTA 5. Да-да, вы смотрите путь к успеху, а не гонки в GTA. Дело все в том, что сейчас в GTA проводится режим сообщества, и в нем дают 3x денег и 3x RP. Я подумал, почему нет, давайте проверим, сколько нам отсыпят денег, если мы еще тем более сегодня выиграем. Вот, народу немного у нас, 6 человек. Пригласил 2 подписчиков, вы тоже добавляйтесь в Social Club мой. Видите ник на экране, вот на 4-й позиции, Кузака Грант. И будете вместе со мной участвовать в GTA на заданиях, и будем вместе развивать моего персонажа и вашего. Можно ехать как сюда, так и сюда, но я поеду за этим челиком, потому что у него слипстрим, и возможно, возможно. Ты смотри, как Роман там вообще офигеть как разогнался. Вот это да. А ты что меня бодаешь? Я тебя сейчас стенку столкну и сам улечу нафиг. Жесть. Это кто такой? Работний рожок. Да не тормози, мы сейчас из-за тебя не возьмем первую позицию. Киркеме, киркеме. Хорошо, давайте разгоняемся, разгоняемся. Вождение заодно прокачаем, друзья. То есть здесь вообще одни плюсы. Так, вот это какая-то медленная жопа. Давайте, слипстрим, только слипстрим, только слипстрим. А-а-а, давай, 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 давай. Тихо, 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 тихо. Чел? Нет! Ладно, я пошутил. Давай, чел, заедем. Не-не-не-не-не-не-не. Едем, 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 едем. Отлично, Романа чисто прилетаем, хорошо. Недалеко мы уехали, то есть там троица, вот. Можем вполне взять первую позицию. Для новеньких на канале я напоминаю, что это за рубрика «Путь к успеху». Мы в первой серии создали с вами нулевого персонажа вообще. И стараемся в каждой серии его прокачать. Вот сегодня у нас уже 40-й левел. Куплено много недвижки. И, в принципе, мы продвигаемся без каких-либо читов и прокачек, как обычный игрок. Так, чел, не бодай меня. Господи, нам столько еще переть. По-моему, 2 круга. Я надеюсь, это прибыльное занятие у нас. Проедусь сверху, реально. Так, тихо! Тихо, пацан, сейчас улетишь в капусту. Киркеме, киркеме, ладно, 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 ладно. Да не щеми меня. Сейчас опоздаем из-за этого. Давай, Light VRX. Офигеть, у нее погнута вся трансмиссия. Но я сейчас на новенькой, мне хорошо будет. Оба. Так, он мне сейчас будет, да, пинать? Не, не будет. Это не он, это желтый все. Так, 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 выезжаем, выезжаем, хорошо. Давай, давай, толкай, толкай, толкай. О, спасибо, спасибо, давайте, давайте, пацаны, офигеть, вот это просто у нас жесть какая. Тихо, тихо, поворачиваем. Отлично, смогли, смогли. Паровозиком, паровозиком, пацаны, только так, оба. Толкай, толкай его, толкай. Хорошо, воздушный кок. Воздушный кок. Едем, ускоряемся. У-ху! Офигеть, там Слава полетел, сейчас через этого пролетит, охренеть! Вот эта скорость просто. Так, пропускаем вперед, а иначе не иначе. Так, 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 так. Классно, что здесь из-за толчка ничего не происходит плохого. То есть мы настолько тяжелые, что нас, ну, тяжело уйти в занос нам. Но я сейчас донатер просто. Давай, Славка, красава. Славка, красавчик. Пройдем по узенькой. Давай, 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 да, да, киркемы, давай, 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 толкай, толкай, толкай. Опа, хорошо, хорошо. Отлично, как мы вырвались, они там что-то заплутались все. Тихо, пацаны, вы еще, нет, 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 там нельзя проиграть вообще. Жесть, мы рядом все.
Слава, ёб твою дивизию. Жесть. Вообще что-то не тянет. Ну, блядь, ну и Слава, ёбаный ты хуй. Из-за тебя теперь я не приду первым. Последним сейчас приду. Давай, 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 давай. Пиздец. Какого хрена, Слава, ни тебе, ни людям. Руина долбаная. Это 25 тысяч за четвертое место. За первое сколько? Там сатен, наверное, получил киркэме. 62 тысячи, офигеть. Слава сейчас поплатится за то, что он меня подрезал, а он это сделал специально, как он это сказал. Как раз он против нас, у нас перестрелка 3 на 3. И начинаем, начинаем, да. Давай, 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 давай. Ты чё, смотри, какой он. Отлично, Славку убил, отомстил. Второго убил, офигенно. И третьего убил, отлично, отлично, просто замечательно. Кузака сегодня тащат. У нас на улучшенных винтовках такая арена прям. Друзья, сколько я не играл в перестрелки лет, это просто жесть. Ну, особо, наверное, не надо выдвигаться, то есть, как вы видели из прошлой команды, что они за это очень хорошо проиграли. Но вот у нас лайт пошел. Жесть, у меня персонаж еще дохлый слишком. Ага. Отлично. Славку второй раз замочил, каким лешим вообще. Это месть просто, Слава. Знай об этом, если ты это смотришь. А-а-а, Слава меня все-таки замочил, смотри на него. Броник есть где-то? Ах ты, скотина! Все, мы уже не лидируем нифига. Отлично. Но мы все равно проигрываем почему-то. Как-то не резко прям. Так, тихо, я очень в опасном зоне. Отлично, молодцы. Сравняли счет. Пацаны, зачем Counter-Strike, если есть такая игра, да? Отлично. Молодцы, молодцы. Пацаны, откуда ты прибежала, крыса? Крысюк, просто крысюк, смотри на него, оббежал. Что плохо, здесь можно засветиться. Вот второй, вот третий. Отлично. Он пытался пробежать, но он был наказан. Ну классно, что у всех одно и то же оружие, то есть. Давай, добивай его. Ага. Красавцы. Красавцы. Только мы живи на этот. Жесть, у меня нету хп вообще, лол HP. Ну я на один выстрел просто. Ну вот я как и говорил, то есть вышел, меня сразу убили. Отхилиться почти нельзя здесь. Да ебать тебя в рот, нет, да, победили, да, победа, фух. Это был самый потный раунд, наверное. Самая потная перестрелка за последние 1000 лет. 30к. А теперь, чтобы наши глазки отдохнули, не будут отдыхать ножки, мы снова на гонке. 6 человек, еще ребята присоединились, мои подписчики. Как же я рад, что GTA помнят, GTA любят. И сегодня, видимо, серия посвящена как раз играм в сообществе. Вот так вот, да. Понятно, спасибо, спасибо Кузаку бедного. Развернули, уничтожили. Ничего, ничего, сейчас Кузака вас все равно сделает. Так, вот так вот в дрифте, в дрифте, в дрифте. Какой-то у нас непонятный машина. Вольво, не Вольво. Ты смотри, здесь поезд ездит. Он просто нам преградил путь. Вот это прикольно. Как это сделано-то вообще? Rockstar это с энтузиазмом, ребята. Из обычных игроков такого никто не создавал. С такими препятствиями. Разве что знаки всегда ставят. А здесь прям поезд ездит. Три вагона такие мешались нам. Круто. Но здесь вот то, как проходит повороты. То есть здесь надо вот прям в дрифт заходить. Дрищанский. Слава, епросете. Ой-ой-ой.
Так, 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 так. Давай, 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 давай. Оба. По маленькому радиусу проедем. Хорошо, но там смотри, как ребята-то эти угнали. Надо их каким-то образом лешим догонять. Прям американские горки. То вверх, то вниз. Но вот не так вот. Ха, давайте, давайте, давайте. Толкайте их, толкайте, красавцы. И чё? У нас есть теперь шансы, красава, Славчик. Слава руинит всем, не только кузаки. Это славно. Так. Давай. Поехали, 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 поехали. Да-да-да-да-да-да-да. Это прям как будто мы вышиваем ниточкой. Туда-сюда, туда-сюда. Мне не нравится, что воздушный карман-то работает. Офигеть, как промчались рядом. Из-за него. Меня догоняют на поворотах. Ну, точнее, не на поворотах, а вот на этой штуке. Капец, давай задний привод. Ага, погнали. Давай, Киркэме, проезжай. Мы должны взять первую позицию, потому что здесь хорошо сыпят лавы. То есть мы уже за два задания с вами подняли 45 тысяч. Поезд снова едет, офигеть, какого фига? Какого, мать его, фига, нет. Ага, ну я мог, конечно, проскочить каким-то образом, но... Возможно, я не особо на это увидел момент. Light RX. Красавчик тоже держится сзади меня, но надо, чтобы ты был подальше от меня, чтобы ты не ловил сейчас вот этот слипстрим. Сколько чекпоинтов осталось? Еще много чекпоинтов. Возможно, он сейчас обгонит меня, ему будет сложнее здесь тормозиться, и он потеряет секунды. Но он грамотный чел. Тоже русский. Так, вот он меня обогнал впервые и меня развернуло. Жесть, как так? Роман, нет, Роман, нет. Давай, Роман. Жесть, он финишировал на первой позиции. И я на третьей. Какого фига так всегда? Всю гонку на первой позиции ехать и под конец финишировать на третьей. Как и в той гонке было. С гонками мне не особо везет, друзья. Но тем не менее. Мы все финишировали, успели. За такое дело 13 тысяч. Мы с подписчиками присоединились в Дискорд, и теперь мы слышим друг друга. Ура! Ага, ура! Да, настрой Киркэме и Слава, который любитель подрезать. Да. Теперь вы его слышите. Здесь другой отчет такой. Ну, кстати, прикольно будет втроем, допустим, на перестрелках, если мы втроем попадемся. Да, 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 там вообще тим-паркур будет. Охренеть, там пацан улетел. А это... я не могу зарезаться, сейчас бред. А, все, могу. Киркэме, давай там, уничтожай его. Воздушный карман. Поворот немножечко не зашел. Они вообще очень хорошо проходят повороты. Неожиданно по сравнению с этими грузовиками, маслкарами. Да. Кому шину надо починить, заезжайте. О, это надолго. Ну да, это долго. Ой, передо мной чел улетел. А ускорялки нету, да, получается? Ой, прошу прощения. Нет, нету. А, в одиночке? Зачем? Лайтрикс! Ай-яй-яй, что делаете? Жесть! Ай-яй-яй. Там, по-моему, срезательный путь был. Да. Ну, были отвлечены, отвлечены все были. Это хорошо. Ускорение Керс включено. Офигеть. Я просто улетаю. Тихо. Аккуратно. Поворот пропукал. Уровень здоровья прокачан. Кстати, почему-то уровень здоровья не пишется в характеристиках, а он прокачивается. Ну там ход до максимума идет, и дальше оно уже прокачивается просто по уровню. Ну то есть его не видно в характеристиках, там где вождение, сила. А вот у меня сейчас прокачалось. Ну у меня тоже качается, когда уровень увеличивается, увеличивается уровень здоровья. Я тоже его не видел. А ты сам 385 левел взял? Да, нет, там в этих сессиях читеры понадавали всякого бреда. Вот. А. Но из них половину сам, половину другой читеры просто накидали. Ну хорошо, что не забанили хотя бы. Да, я играю всего год в GTA Online. Невозможно, 400 почти что левел за год. Ну да, да. У меня 2,5 года ушло, чтобы 200 набить что-то.
Ой, не, вот 200 я вообще спокойно там... Нет, ты не туда полгода. Заехал! Нет! Самостоятельно сделал. Я тоже не туда заехал. Это чинилка, оказывается, была, но туда все, по-моему, заехали. Думали, срежем. А я не заехал. Теперь, кстати, теперь он ест мой пакет. Вот не дай бог, не дай бог, сейчас я снова, вот я всю гонку еду на первой позиции. Ты меня подрезаешь. Вы меня обгоните под конец. Блин, тихо! Ой! Чуть не слетел. Сейчас улечу. Ай-яй-яй-яй. Ага, чел. А-а-а! Киркеме, аккуратно. Сори, Ников, не вижу, отключены. А, ты даже так по РП прям играешь? Да. Ну да, мне так легче. Ну, за разгру... Ой, ай! Разгрузил интерфейс. То есть у тебя ни карты, ничего нету? Нет, карта есть, только ников нету, игроков над головой, и все. А-а-а. Так, Лирик что-то там выпендривается на первой позиции. Ну я вот четвертый теперь. Да выпендривался. А я прямо за себя. А это ты там бодаешь меня, Славка? Не-не-не. Или нет, ты пятый вообще? Нет, я Киркемея. Ой-ой-ой, ты что тогда вообще слился? Ну Лирик, по-моему, сегодня это лидер. Вместе со мной. Или подожди, 5 кругов! Да, сейчас четвертый будет только. Я думал, что все, на финиш едем. А, так ускорялочка же есть, ё-моё, чего я про неё забываю? Ух-ля, нормально. Орёт. Да, она на поворотах генерится хорошо. О, догнал второе место. Почти. Не надо второе место догонять. Ну как бы надо, надо, давай профорсируем друг друга и догоним первого. Давай. Я вообще перевернулся. Так. Стараюсь не подрезать. Осторожно! Ну Лири какой-то вообще прям... Так. Мы заодно или против друг друга? Да я не ожидал, что ты затормозишь резко. Вообще да, можно даже не тормозить. И у меня по привычке торможу. Да, там можно просто раз отпускать и всё, в принципе. У нас еще один круг будет. У тебя как покрышки живут? У меня только немножечко оранжевые задние, передние желтые. Вот да, да, да. А у тебя, Слава? Я пока что живу, но я еду через кирпичку, на всякий случай. Потому что... Ну вот там далековато, что-то пацаны! Тормоза отличные у болида. Ага, о, вождение прокачал до 40 из 100. У меня просто рубрика «Путь к успеху», типа, с первого левела. Да я видел. Трейлер на канале. Уже есть, да. То есть ты год всего лишь знаешь GTA? Ну, нет, я ее очень давно знал, просто только год назад, получается, компьютер собрал и купил себе ее. А? Да. Третья позиция. Игра пока что нравится. Да, у меня то же самое, только да. А до этого не играли? До этого нет, только видео на Ютубе, но она мне сразу в сердечко впала. 27 тысяч. Тебе сколько? Ну, 40, 41. Ничего почти. Себе. Ну да, так нормально, деньги фармим. Что делать, король горы? Зачем тут вообще бронежилет? А, это да. Это типа перестрелка или на чем? А, кстати, не, слышно, как ты куришь, не кури, пожалуйста. А не курение, это... А, там реально кто-то курил, просто я думал, это... Скутер так. Ага. Скутер, да-да-да. Скутер? У нас мачете в руках? Мачете. А можно мачете махаться? Почему тут никто как Кузака и Киркуме, я не понял, где остальные ники? А что делать? Не понял. Ну я вот вижу, что там наверху стоит какой-то байк. Моя! А как туда заползти? А я не знаю, как это реально играть. Что делать? Чтобы заработать очки, захватывать и удерживать цели. А какие цели? А, все, вижу. Пацаны, а там кто-то уже наверху, Лирик! Скутер, это скутер! А ну, вали, давай! Отлично, отлично. А, надо удерживать его, удерживать надо, пацаны. Не-н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 е-
Сейчас Лирик победит. В атаку. За что? О, да тут второй мотоцикл. Не надо атак, не надо. Я добрый человек. А как тебя спахнуть? А никак. Тут второй мотоцикл есть такой же. А их зажми по КМ либо ЛКМ. Ну, наверное, гипад не знаю как. Да, вот это вот. Ну сейчас начнем резать. Не надо меня резать, Алёй, не хочу. Подожди, Демочка, а, подожди, их несколько? Да, их два. Кто-то и приехал на нем и выбросил его. Блин, и что нам делать-то с вами?
Клопса. Ай-яй-яй, не надо меня трогать. Все, полетел. Вот его можете трогать, мне не надо, я добрая девушка. Да притормози ты! Мотоцикл мне свой надоел. И Слава там тоже пытается, да? Вы хотите, чтобы я один был без мотиков? Так вы понимаете, если сейчас Лирик победит, то все, мы проиграли все. Тут всего два мотоцикла. Не надо. Лирик через секунду уже побеждает. А, я только что понял! Мы сейчас второй раунд запустим, и будет имба. А как здесь Бати стоял, пацаны. Пацаны. А на мотоцикл на нельзя залезть. Давай. Так, забираем. Едем. Стой. Не надо никуда. Уехали, поделили. Отлично, делёжка. КМ красавчик. Пацаны, вы можете взять, я вам говорю, Бати, спокойно нас это ловить. Ну сейчас все будет. Ай, упал, убили чуть. Ай, не надо мне стрижку делать. Нифига себе, вы его там распотрошили. Лирик забирает всех. Нормально. Вот так давайте оставим, ребята. Все будет нормально. Да, давай так и оставим, нормально будет. О. Согласен. Меня в целом все устраивает, реально. А у кого Бати есть? У меня сейчас они будет. Не надо, сейчас у меня будет. Не. Бати, это имба. Так, у кого у нас? У нас слишком много поинтов у Кузаки. Не, Кузака хороший пацан. У пацанов... Да. Блин, еще такая скорость большая. У меня слишком много. Жесть! Спасай Киркаме! А, это нет. Кума! Буркума! Да, блин, что это сейчас было? Еще Слава взял мотик, вообще жесть. Ой. Пацаны, живем. Он сейчас победит. Ай! Он меня пнул. Нет. Так, тихо. Сейчас хорошо. Я могу тебя. Спасем. Спасибо, отлично. Ай! Живи. У нас один. Живи. Ты умер? Да, я его убил. Ну подбирай байк. Че? Да не, ты победишь. Тебе нельзя победу давать. Ну, естественно, я побежу. А как еще-то? Не-не-не-не! Ай! По спине! Больно в ноге! Капец! Что там у нас еще? Ура, победа. Так, меня все устраивает, не трогайте меня, и все будет хорошо. Ну да, и меня, в принципе, тоже все устраивает. А где еще Батя? А они все тут валяются, только двое. На всю карту. А вот как? А нигде нету тут Бати. Да, все, они потерялись. Так, Лирик, сейчас... да, получается, на байке? Не. А кто на байке? Не. А, не знаю. Я, мы с тобой. На Лирика охота. Не, я на мой... Я... Да. На обычном мопеде тут езжу, не надо. Ну, естественно. Ой, хорошо, как... Не надо, дядя, не надо. Надо. Не. Да. Вот так вот. Так, ой. Ладно, я отхожу. Бери. Да. Ах ты, Слава, спасибо. Слава. Кто нас там еще лидирует? А я. Все, нет, сейчас я буду лидировать. Еще немножечко, я буду первым. Лирик, какого фига? Нормально у меня все. Сейчас еще мопед возьму, и все нормально будет. А, я перепутал, это Киркаме говорил. Да, это я говорил. Я лидирую. Бей Киркаме, Лирик, ты че? Бей Киркаме. Хочешь победить? Киркаме? Киркаме? Отлично! Отлично! Блин, почти второго. Да подожди, Кузака, ну что? Да, ё-бо! Лирик! Нет! Капец, сейчас Киркаме победит! Давай! Еще немножечко. Киркаме все равно выиграет. А у кого байк? А. У меня, но Киркаме все равно выиграет. Да, 6 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Главное, чтобы ты меня не обогнал. Вторая позиция. А, нет, я утратил лидерство. Я утратил лидерство. Что? Ну, там хорошо секунду очко получил. А сколько у вас очков было? Не знаю, там располосочка была. У меня почти все, я почти... А, вот, сейчас в конце узнаем, там будет таблица с очками. А, ну 48, понятно. Изгои, а мы копы, нормально. Охотники, изгои. А почему мы изгои, блин, реально? Вас изгнали из охотников, и вы теперь мстите нам. Да, нас изгнали. Вы больше не полицейские, вас уволили. Подожди, у тебя прокачанное есть что-то? Да. МК-2, но прокачанное, как я понял, по дефолту тебе дается, если это оружие. А у тебя прокачанное?
Ну да, у меня обычного буль папа нету. Только это мне не сильно поможет, у меня точность фиговенькая. Ай, да. Я стреляю так себе, мне это не помогло. First blood. А, вот особо... А, все, меня дали мои особо карабин. Здесь еще два этажа, пацаны. Пацаны, дробовик. Дробовик, аптечки. Да, так, а я с кем? Чего? Киркомэк! Тихо! Как он меня... Чего, как он меня убил? Он упал и убил меня резко. У меня то же самое. Ой, хорошо, ой, это не то. Ой-ой-ой! Живи, Киркому! Да, все нормально, хэдшотик прописал, все. Отлично. Так, а! Потому что я... Ой, потому что я не НПС. Сложно. Понял. Оп, хэдшот. Чисто. Как фарш. Да-да-да, реально. Голову с дробовика, нифига себе. Да, с дробовика вблизи это имба. Да. Не-не-не. Да, как у тебя так он стреляет, этот дробовик? У меня всего 8 патронов осталось на дробовике. Мы всегда рядом. 126, не хочешь? Может, поделиться могу? Да, могу уже. Так, ну вот так, по-моему, Рэ. Ой, как я впервые леща просил. Леща такого прочитал смачного. Так, отдыхаем. Ой-оу, как ты так убиваешь? Живи, Кирка. Он мне тоже просил. Конечно. Нормально. Ничего. А-а-а, бегу, убегаю от вас! Ой, нифига. Ну, моя точность. Да камон! Да и... Опа! Бона мать, как ты это делаешь? Почему не я? Ну, кейсеры, конечно, кейсеры. Если что, у меня в КС часов там 300 и все. У меня тоже. Лирик упал. У меня столько же, чисто ради кейсов. Я упал, чтобы умереть. Ура! Мне тоже. Сзади, Лирик, сзади. А что, убивает как-то? Блин, чуть двоих не подстрелял. Ай-яй-яй, стреляет. Отработал. Файер. Файер. КС на полном режиме. Опа, у меня очень мало хп. English mood enable. Так, ну это хп реально. Не, ну хорошо было. Потно было. Часто играете в такое в GTA? Нет, вообще. Не часто. Нет, рандомов фиг найдешь, да они потом ливают, когда понимают то, что ей проигрывают. Да, народу сложно набрать. Ну, скорее всего, из-за этого все и пришли к тебе. А я имею в виду то, что от игроков создают, это скилл-тесты. Ну, да. А Rockstar сами скилл-тесты никогда не делают. И да чё, нет, нас... вроде, это вроде сообщество. Там же как раз и двойные выплаты на своего сообщества. Даже тройные. Ну да, тройные. Это вроде от сообщества гонка. Ну, сейчас посмотрим. Я вот на таких байках вообще кататься не могу. Ну, один круг кстати, да, всего. Хорошее замечание. Аж зажал. Так, ребята. А там как-то можно, да, превращаться в водный транспорт. Да, на ашку. Ой, нифига, я вылетел. О, слава! Не потрясай, меня сам приземлил. Кто ты в синем шлеме? Это я в синем шлеме. А, я тоже в синем. Мы все кузаки. Да, просто у него обычно синий шлем такой. А, пацаны! Ой, да за что? Ай, я улетел. Ой, нифига, там тело улетело. И не обещал вернуться. Так, КРКМ, беру воздушный карман. Да нет, не бери, он тебе не нужен, он невкусный. А я беру пакет. Вкусный. Да блин. Ладно, тут я теперь могу его украсть. Ух, да, я лечу. Форсируем друг друга. Да как к концу гонки меня подфорсируют, чтоб я мог занять первое место. Ну это посмотрим, кто кого там. Адский спуск какой-то. Опа, аж. Отлично. Стоп, я G или на что? Пацаны, я не знаю, на чем на геймпаде это сосок. А на какую кнопку? Я не знаю, G, H, я зажимаю все. Короче, там бибикать, на которую. А, где зажать? Да, блин. Вот читер. А это сразу прочекал, когда по дороге начал плыть. Плыть по дороге? Хотел посигналить. А, я вообще на самом начале плыть начал. Взяли его и кинули на последнее место. Нормально, просто нажать Е. Ух, нифига, я под водой. Кузак, а чуть-чуть подождать можешь? Прям чуть-чуть. Да, сим капельку. Паровоз, не стучите колеса. Мне тоже. Да-да. Нормально. В воде отражают эти зеленые штуки. Я так первый, а первому медленнее всего.
Вот они штуки с превьюшки. Я вылетаю. Ой, я догоняю хорошо. Подожди, я уже близко. Ты что такой быстрый? Быстрее зал. Че делать? Форсировать друг друга. Да не, лучше остановитесь, подождите меня. Да-да, конечно. А, еле залетели вообще. Хорошо, а все, пока. Кирка Мэ вообще. Ребята, подождите меня. Мирик, забираю сзади пакет. Обгоняю, на голову сейчас приземлюсь. Нифига себе ты. Это акробатика. Нифига себе акробатика. Пацаны, я вообще в жопе. Это из-за того, что я не нашел, как переключать режим. А чё оно такое медленное? Лирик, снова сейчас перелетаю! Ой, ты чё творишь, да ё-моё, чё за акробатика? О, смотри, такими темпами мы догнали Киркаме. Нет. Да. Нет, я таки опять на третьем месте. Ой, прости, ты чё творишь? Переключаемся. И Киркаме уже на славе. Да, опять переключаемся, вы чё? Ой, хорошо, хорошо, еду. Лети, долетай! Есть контакт! Кусака! Я чуть не умер. Блин, опять пакет. Давайте, французские багеты. Ребята, дайте мне пакетик, пожалуйста. А ты самый последний, у тебя, кстати, больше всего ускорение. Разложился. Последний больше всего скорость, вообще не больше нифига. О, Киркаме, давай. Я разложился. Давай. Ребята. Подождать? Ну, нет, уже все. Нет, пожалуйста, давайте без фарсов, все. Пипец. Вы че? Взяли меня, кинули все просто. Да. Нормальное, это... нормальное дело. Вообще улет. Третья позиция и время 3 минуты 33 секунды. Ну как я плавал изначально нашел на дороге, это вообще, конечно, интересно. И за сегодня, я накопил на этих штуках 130 косарей.